Добрый день. Вот прошло 20 дней, как я черенков брал отростки и пересаживал отдельно. Отрезал их и пересаживал в бутылки. Давайте посмотрим результат 20 дней. Что с ними сталось? На вид, как видите, вот, он неплохой. Но надо глянуть, есть ли там корни. Этот у меня немного он пропадает, наверное. Видите, пожелтели листья. С одной стороны, причину я не знаю, что они пожелтели, но, наверное, пропадет. Этот мы пересадим вот в эту большую емкость. Вот тут маленькая у нас бутылка сверху, но ей мало воздуха. Тут мы добавили бутылку, бутылка будет больше. Пересадим сюда. Сейчас хочу посмотреть, я думаю, и вам интересно, есть ли там корни за 20 дней. Сам отросток, как видите, не пропал. Хотя многие говорили, что пропадут. Вот. Давайте посмотрим. Сперва мы посмотрим в этом, есть ли тут корни или нет. Аккуратно его постараемся вынять отсюда. Как видите, за 20 дней корня нету. Сам отросток не пропадает. Я его обрезал с пяточкой, но корня нету. Прямо интересно. 20 дней прошло, результата ноль. Посадим его в эту большую емкость. Все это присыпем землей. И накроем опять вот такой бутылкой. Тут больше будет воздуха ему. Вот так. Вот так она у нас будет выглядеть. В такой бутылке. Сейчас посмотрим второй. Этот мы в сторону. Второй, если пропал, то значит пропал. Второй у нас тоже был с пяточкой, видите. Вот. Корней, как видите, нету. Сам он растет. Корней нет. Это мы оборвем. Но нам не надо. Мы посадим назад в эту банку. Может быть, даст корни. Пока он не совсем пропал. Вот и получается, что за 20 дней, пока он укоренялся, у нас нету ни корней, нету ни... И он сам не укоренился. Но не пропал. Вот такой у нас результат. Вот. Подождем еще, потом я вам покажу, пропадут, так пропадут. Если дадут корни, я вам покажу. На этом пока все. Пока.